Значит, в рубке есть настоящий приемник. А я думал, она только для объявлений. Да, есть. Раньше это и была настоящая радиостанция. Но она типа такой и осталась. Но сейчас никто больше не слушает радио. Да. Так странно. Раньше были всякие плееры, радиоприемники и все такое. Ну а теперь у нас это есть в телефоне, но мистер Хэкет забирает его в первый день смены, чтобы нас не отвлекали технологии. Технологии — это дар и проклятие. Так, ребят, всем привет. Этим хочешь заниматься? А ты про радио? Нет, про диджейство, ну или музыку. Ну, я люблю музыку, но изучать я буду квантовую физику. Прости, что? Да. А ты совсем не похож на ученого. Вот совсем вообще. Да, ну то есть в смысле не здесь. Надо, знаешь, надо будет попробовать выстрелить в пол и сдохнуть. Осталось как раз два этих воскрешения. А, извини, я просто не могу не спросить, а что это значит «не здесь»? Ну, не здесь, в лагере. Я занимаюсь этим дома. Ну, а здесь я... А здесь ты... Вожатый. Типа, такой остряк-самоучка. Ну, это грубовато, но... Нет. Окей, ну, может, я сначала нервничал, когда приехал в этой незнакомой обстановке, поэтому много шутил, даже слишком много. Ты привык к нему? Да, всем вроде понравился этот искушенный Дилан. Ну, а тебе самому такой Дилан нравится? Ну, типа да, все круто, нормас. Мне нравится просто Дилан. Что ж, я рад знакомству, просто Дилан. Я просто Райан. Точнее, мечтающий свалить отсюда Райан. О, он крут, он мне нравится. О, волки орут. Давай прибавим шагу. Давай, шагай, шагай, Райан, шагай. А, тут на дереве что-то можно еще прочитать. Ой. Вы будете по поводу этого комментария? Давайте, идите сюда. Читай, читай. А, флакон с гадостью. О, во имя Вуду Дуду, что это? Не-не, не это. Да запись, вот запись, смотри, запись. Стой. Смотри вот сюда. Да куда ты смотришь? Ой, иди в баню. О, дьявол. А его, по-моему, не находили. Ай! Твой мать. Дверь-то закрыта, куда-нибудь прятаться вообще непонятно. Значит, их, скорее всего, съедят, возможно. А. Вот Райана поставь, чтобы он как бы селфи сделал вместе с тобой. Встаете, включаете переднюю камеру и фоткаетесь. Все норм? Зашибенно все. Уверенность, конечно, порядок. Порядок. Блин, ну и помойка, а.
Когда я приезжал сюда в детстве, тут все еле чихало. Рубка простаивала годами, и у меня ушла куча времени, чтобы все тут убрать. Восстановить, короче, понял? И заставить работать. Мне жаль, если ты разочарован. Но я вгрохал в это много сил. Ладно, ясно? Ладно. Надо настроить. Вот так. А отсюда можно что-то взять? Инструменты? Нет. Мистеру Хэ негде было их хранить, и поэтому он разрешил расчистить станцию. Ясно. И какой тут сигнал? Радиорубка нужна только для трансляции на территории лагеря. Простые штуки. Объявления и все такое. Радиус где-то... миля. Откуда ты все это знаешь? Нахватался всякого. Мне эти технологии всегда давались со скрипом, если честно. Ну, я могу показать, как и что. Дашь урок? Это не сложнее, чем на велике. Тогда заметано. А если он на велике так, не короче, умеет? Эту штуку надо слегка подстегнуть. И смотри, что у меня есть. Антенна? Или сборник? Вообще-то усилитель сигнала. Выглядит не очень, но попробуем. И работает не очень. И мы сможем прям связаться с кем-нибудь? Да, с охотником. Ну, тут связь не двусторонняя, так что мы что-то скажем, но дальше придется переключиться на прием и ждать, отправит ли кто-нибудь ответ. Это, конечно, маловероятно, но... Ну, это лучше, чем ничего. Так. И что мне сказать? Лишь бы звучало убедительно. Окей. Привет! Как дела? Слушайте, нам нужна помощь. Это мы, вожатые в летнем лагере Хэкетсквори. И тут было жуткое происшествие. Атака! Все очень плохо здесь. Помогите нам. У нас тут рой медведей, и они повсюду. А еще охотники, и они стреляют в медведей, но еще и в нас. И это херово. Наши друзья ранены, и нам очень нужна помощь. Так что вот, тут злобные медведи, и мы не знаем, что делать. Прошу вас, выручайте. СОС, это суперсрочно. Спасите нас. Пожалуйста, если вы слышите, помогите. Да никто ни хера на это не клюнет. Нормально? Ну как? Прости, рой медведей? Да? Косяк медведей. Косяк же вроде у птиц. У рыбы. Охренеть. Ладно, теперь надо переключиться на прием и подождать, будет ли ответ. Да, хорошо. Ты займись этим, а я осмотрюсь. Ну, то есть, стоит рядом с тобой. Да, давай. Я тебя перевожу сразу. Все нормально, никого нету, все тихо. Знаешь, такой покер-фейс, да и похер. Принял сигнал по радио, ответа нет. Схожу в радиорубку. Что? Он про коттедж? Остальные вожатые. Помолчи, стоп. Два парня у радиорубки у домов. Еще одна пара не обнаружена. Понял. Отбой. Отбой. Возможно, они не про нас. Слушай, может, они говорили о ком-то еще? Ну, не знаю. Если честно, очень похоже, что о нас. Но этого быть не может, да? Чему? А может? Черт. Они знают, где мы. Сиди, не рыпайся. Надо не надо! Надо успокоиться, ладно? Давай найдем Кейтлин и остальных, да? Да, давай. Окей. Не иди никуда! Бля, чего? Ты ч?
почему не сказал, что там кто-то есть? Выбора действия не было. Пошел ты, я не понял, что видел. Но ты видел что-то и решил, что меня можно не предупреждать? Я забыл, тут эти парни по радио. Но он даже не увидел, ты понимаешь? Он слепой. Райан? Сейчас постреляем. Это медведь? Да-да. Попал? Кто это? Райан. Блять. Что? Кейтлин, Эбби и Ник, я их вижу. Они что, быстро не слышали? Черт. Идут к нам. Надо их предупредить. Шмальни в их сторону. Отсюда? Да? Окей. Да, скажем им спрятаться. Да. Вот сука! Говнище. Держи кнопку. Кейтлин, быстро бегите в здание. Не ходите сюда. У радиорубки животное. Срочно. Срочно в укрытие. Бегом. Да ядри твою. Готово. А зайти-то они не смогут. Там дверь закрыта. Надо что-то делать, ну! Так, а что мы можем сделать? Я не знаю, не знаю! Это ведь животное, так? Может, отпугнем его? Ну да, если у него слух, как у собаки, может, мы сможем зациклить высокочастотный звук и, типа, оглушить его. И будет жутко больно, но, типа... Убьем его. Это необычное животное. Да ты откуда знаешь? Вряд ли ружье поможет. Ладно, вперед. Врубай звук. Нет! Понял. Я не буду руку тебе пилить. Ну, давай, Дилан. Ну же. Давай, ну же, врубай! Должно работать, я вроде все сделал! Только не лезь наверх! А, все. Все, он сам ушел, все. Все, не надо ничего. Все, ничего не делай, он ушел. Вот срань, он вырвал провод. Окей, чини, я прикрою. Куда ты пошел? Тебе же сказали патронами его не убить. Куда ты убежал? В дом вернись! Эй, урод! Нахера ты это делаешь? Вернись обратно! Куда стрелять? Я его не видел!
все окей? Думаю, тут безопасно. Охотник напал на нас. А вот черт. Нам пришлось бежать. Думаю, мы оторвались от них. Помощь позвали? Вроде бы. Класс. У охотников. Мы охотникам позвонили. Алло, короче, на нас нападайте, приезжайте, защищайте нас. Что там у вас стряслось? Он напал на нас. Мать моя, вы бы видели. Дилан врубил какой-то безумный звук и спугнул его. А, фигня. А что за звук? Ну, я типа подумал, это ведь животное, и у него чувствительный слух. Кейтлин, где ружье? Потеряла. К нам один из соседей заглянул. Что за черт? Она стреляла в нас? Кто там? Кто это? Пойдем за ней. О, черт, Дилан, что это? Капец. О, боже. Вот и ты! Амир был избавлен от одной из тварей. Посмотрим еще раз. Дьявол. Ничем не стесненный, словно тень, оторванная от телесной оболочки. Немедли действуй, а то демон сорвется с цепи. Он живет в каждом. Даже в тех, кто чист сердцем и читает молитвы на ночь. Я хочу показать больше. Ты не против? Давай. Мы все так часто беспокоимся о будущем, что забываем о тайнах, которые лежат в прошлом. Задумайся об этом. Итак, до свидания. Я жду. Возвращайся. Это получается, если я в Ника не выстрелю, он убьет меня. Значит, надо стрелять. Эмма! Твою мать! О, черт! Черт! Блять! Да блин, твою же мать! Эмма, это ты? А, здесь этот будет, я понял. Нехорошее место. Ну-ка, можно сюда вниз пойти? Куда ты идешь? Стой. Здесь ты не пройдешь?
Да ладно, здесь же тропиночка, считай. Сейчас снова всякие монстры появятся. Почему их обойти нельзя? Блин, тут лучше не нырять. Здесь мелководье, скорее всего. Блин, херово дело. Ну, естественно, вот дерьмо. У того существа лапы-то побольше твоей будет. Что есть. Забрать фотик? Не, забрать карточку, да. Куда же без этого? Так, по сторонам оглядывайся. Их ничего нету. О. Справедливость. Глядишь, может, еще что завалялось. Бля, тема! А, да чтоб тебя! А. Охренеть! Я так рад видеть тебя! Черт возьми! Ты бросил меня там, урод! Эмма, ты чё? Что тут происходит? Я не знаю. Там какой-то... Медведь напал на Ника и Эбби. Да, и на меня. Но это был точно не медведь. Что? Кто? Где? Как? Извини, я просто... Рад, что ты цела. Да, но чудом. Монстр, который на меня напал, был... Кто? О чем ты, Эмма? Был как из фильма ужасов. Ладно. Ну, это, наверное, был медведь. Мы, типа, его разозлили. Ты что, дебил? Ты прекрасно знаешь, что это не медведь. Нет, ты права, права. А еще эти сраные охотники. Буквально на каждом шагу. Все очень круто. Это их рук дело. Столько крови. Да, но это не моя. Да, тот еще запашок. Без обид. Ладно. Ладно, надо валить из этого леса. Что? Серьезно, что ли? Знаешь, Джейкоб, ты не обязан всегда вести себя как мудак. Черт, ладно, знаешь что? Да, да, ты права. Прости. О, как ты достал. Охренеть, слушай, давай без этого. Очень прошу, я рванул за тобой, как только узнал, что тут какая-то тварь. Или твари. Их много. Много? Бежим!
Классная превьюшка. О. Джейкоб! Куда ты полетела? Нельзя туда прыгать. Блин, тебя видно. Но этот дебил слепой, он тебя не увидит. Блин, ты чудом в капкан не попал. Ты черт. А, сука, блять! Черт! Блин, можешь дернуть. Конечно, так нельзя делать, но все равно попробовать. А, это еще лицом упади. А, это сейчас, наверное, смерть была бы, если бы не нажал вовремя. Слушайте вы... Она заодно с охотниками? Не думаю. Надо... Что делать? Ничего, она мертва. А, в смысле, с телом? Это Кейли Хэкет. Дочь мистера Хэ? Она вроде уехала домой. Кейли... Да. Я так думал. О, блин. Бедняжка. Ник! Ты так пахнешь. Зачем кому-то убивать Кейли Хэкет? Может, вызвать кого-то? А, или... блядь, Крис! Как мы ему скажем? Ник, ты что? Так бы и съел. Эй! Иди сюда. А, Ник, ты чего? А, отстань! А, берегись! Да отстань! Ник? Не знаю. Он замерз. Ладно, идем в раздевалку, согреем его.
Отдыхай, Ник. Отдыхай, Ник. Бля, прости. Нам надо фиксировать все, что тут происходит. Для копов. Да, у них будут вопросы про труп в бассейне. Полегче. Нужны фотки всего подряд. У меня такое чувство, что копы нам в жизни не поверят, если у нас не будет доказательств. Хорошо. Если есть телефон и вы что-то видите, фоткайте или снимайте видос. Да. Прямой эфир. Ты там как, Эбби? Может, пока поищешь что-нибудь, чтобы устроить Ника поудобнее? Ну-ка, а может быть, не надо к нему обогреватель двигать? Он же опять мутирует. Блин, а вы что делаете? Вот просто сидите и все. Почему я один должен ходить? Так, а где Калеб? Какой еще Калеб? Привет. Где-то здесь моя карта, карта. Ну-ка, я такую карту уже находил. Где посмотреть? А, нет. Луну, скорее всего, мы находили, его справедливость мы не находили. Все так изменилось всего за 12 часов. Не всего, а за целых 12 часов, понимаешь, целых 12 часов. Половина дня. Нет, не двигай. Вот, лучше. Спасибо. Эй. С этим парнем что-то не так. Ему хреново. Видели, как он психанул там в воде? Да, он был как... как рыба на берегу. Да? Да. Я заметила кое-что, когда промывала его раны. В коттедже. Ты о чем? Он был весь в крови, но я не нашла следов укуса. Или ран, ничего. Зажило. А все крутился, как будто не хотел, чтобы я смотрела. Бешенство? На людей не бросается. Эбби да ну. С тобой поспорит. Да. Вроде аквафобия симптом бешенства? Гидрофобия, да. Но это вроде бы страх пить жидкость, а не намокнуть. А он был... Как мой кот в ванне. Да. Эбби. Да? Можно вопрос? Конечно. Не ешь меня. Не ешь меня.
Не знаю, что с тобой происходит, но мне нравился прежний Ник. Я знал, я тебе не нравлюсь. Ну вот чего ты? Скажи правду. Я и говорю правду. Я выбрал тебя, потому что ты легкая добыча. Бедная, жалкая глупышка Эбби, готова дать первому встречному. Ник. Подстилка. Влажная сучка. Это не ты. Ты другой. Я... Не отрывай мне голову, пожалуйста. Нет, не отрывай. Стой, Эбби. Эбби, ты цела? Охренеть. Дробовик, ищи дробовик, где-то здесь валяется дробовик. Нет, не убивай меня. В голову ему стреляй. Ну хоть голову не оторвал. О. Кто-то на гитаре играет? Да, все подевались. Ладно. Так, значит, я вожатая в пустом лагере. Мы с друзьями у костра. Потом начался дождь. И... тут еще монстры. Я пойду в коттедж. Не надо, плохая идея. Последняя. Ну-ка, может, не фейерверки, а жизнь спасут. Так, а что за мусор? Страшилки Райана. Я и не знала, что детей это так пугает. Так себе из нас вожатые. Так, пойдем, хватит. Знаешь, это не было похоже на сказки. Это кто-то написал письмо и забыл его отправить. Не, давай не будем за мной гоняться. Надо уходить. Надо убегать! Где-то здесь. Здесь никого нету.
А, развилка, да? Ты залезешь, нет? Вот здесь вот. Залези, смотри. Стой, а здесь куда ведет? Здесь три пути, что ли? Реально три пути. Знаешь, указателя не хватает. Так, я понял, сюда мы не пойдем. Указатель, пойдешь напрямо, не знаю, в коттедж попадешь. Налево, бля, богатым станешь. Направо пизделей отловишь. Где-то наверху сидит прям. Блин, пожалуйста, передвигайся быстрее. Ну почему ты в камнях застреваешь? Просто обойди их. Перешагни. Это из-за дождя. Ну ладно, ты здесь подняться не сможешь. И чего за дороги такие, что от дождя вся тропинка пропадает? Каменные бы сделали. Из дерева бы сделали. Не, все равно три тропинки получается. О! Шашлык. Не, не хочешь? Вижу, вижу, уходит вон наверху. Блин, ее сожрут, короче, ее сожрут. Он рядом с тем бараном валяться будет. Блин, лабиринт. Смотри, это лабиринт. Вот ты запомнишь, куда идти? Где мы уже проходили? Сплошные леса. С тупиками. Хоть бы что-то здесь валялось. Здесь ни хера не валяется. Ты это перешагнуть не в состоянии, да? О, коттедж. Смотри, охотник. Нет, не надо. Один укус и сам знаешь. Я такого еще не делал, парень.
Не надо бежать. Сраные детки. Сын, что? Надо было бежать. Эй, ты! Хорош ерзать! Дай шприц. Куснули ее, па. Откуда мне знать? Я не знаю. Не кусали. Не кусали. Нет. А ну, отвали от меня! Давай, давай! Да, да! Ой! Зачем ты в них так кинул? Зачем ты в них кинул? Вот просто подашь сигнал бедствия. Брайан! Зачем ты в них кидаешь? Эбби! Что-то не так. Их не, их здесь нету. Дверь закрой. Я убила его. Мертвецы обычно не прыгают в окно и не убегают в лес. Я не врубаюсь. Ник, это был не он. И где, блин, Джейкоб и Эмма? Разве мы не должны были уже на них наткнуться? Наверное, чпокаются до потери сознания в одном из домов. Не знаю, блин, какой-то пиздец творится. Охотники. Крис сбежал. Ник. Кейли. О, боже. Кейли. О, эй! О, черт. Куда делся Крис Хэкет? Уходи! Я не враг. Пустите. Ты убила Кейли! Кого? Я вам помогу, пустите! Я вас тоже убью, давай, впусти. Меня зовут Лора Кирни. И? И впустите меня, тут опасно! Да, там какая-то чокнутая людей убивает! Я не убиваю людей. Охренеть, ты Лора Кирни? Ты Лора Кирни? Да. Ты должна была работать, помогать в медпункте, но так и не приехала. Ты и тот парень, ну... Макс. Да, Макс. Да-да-да-да-да. Мистер Хэкет сказал, что вы в последний момент передумали. Я думаю, мы должны ее выслушать. Внутри. Ладно. Я открою дверь. Медленно. Не опускай руки. Окей. Значит, выглядит как страшный пират. Мы снова здесь. Лишь ты и я. Давай-ка еще разок взглянем на твои находки.
Там новые находки. Справедливость. Око за око. Может, не в прямом смысле, но причина и следствие. Действие и результат. Во всем есть баланс, и каждый из нас помогает поддерживать равновесие. Так ведь? Луна, как уместно. Именно этой ночью взять свой страх и волнение и обратить их в интуицию. Если сумеешь и все спланируешь, это может спасти тебе жизнь. Скажи мне, хочешь ли ты увидеть одно из событий, которое может произойти? Справедливость не показывай. Ну, решай же. Справедливость. Ну, ступай. Все, кыш. Минус одна тварь. Разве это не прекрасно? Это что за дичь была? Я ни хрена не понял, что там было. Кто-то в кого-то выстрелил. И все. Потом кто-то ушел. Почему вы не приехали? Где вы были 2 месяца? Мы приехали. Чуть раньше. Это было ошибкой. Так, звать никого не надо, лежи, отдыхай. Поправляйся. Ну давай. Лучше отвернуться. Что за Тихо. Нельзя же! Заткнись! Ты на допросе. Здесь я спрашиваю. Имя. Ну, уступка. Нам с ним не надо ругаться, надо найти общий язык с этими корешами. Лора Кирни. Кто твой спутник? Кем тебе приходится? Макс Бринли. Он мой парень.
Куда вы вчера ехали? В лагерь Хекетсквори, вы же знаете! Что вы сделали с Максом? Нет. Здесь я спрашиваю, а ты отвечаешь. Спрашивайте. О, что ж. А зачем вы ехали в Хекетсквори? Да вожатые мы. Мы с Максом вожатые. Брехня. Вожатые приедут сегодня. Я говорила, мы приехали раньше и сразу двинули в лагерь. А почему не в мотель, как я сказал? Потому что лагерь был куда ближе и денег нет. То, что вожатый находится в лагере, а не в мотелях, понимаешь? Разница. Ладно, шериф Хекет. Стоп. Хекет? Как Крис Хекет? Не меняй тему. Да что за херня тут творится? Ты даже не представляешь. Понятия не имеешь. Вы только что угодили в первосортное, ароматное, космических масштабов дерьмо, леди. И вам остается закрыть рты и делать, что я скажу. Это ясно? Прошу. Прошу. Хватит запугивать меня. Скажите, что тут происходит. Макс. Макс, он жив? Это просто какой-то бред! Что? Эй! Эй! Ты! Урод! Объясни, что, блядь, происходит! Макс! Я с тобой говорю! Слегка дезориентирован. А так вроде в норме. Лора? Да? Схера я голый. Что? Ну, на нас напали. Потом я пришел в себя в этой камере, а тебя нет. Теперь ты снова тут, а я голый, и всюду кровь, и... еще... что-то... Что произошло? Я надеялась, что это ты мне расскажешь. Какие-то моменты я помню, но... В итоге полный бред. Да, точно. Как будто все в тумане. Нас чем-то накачали. Хоп! Да ладно! Кем он себя возомнил? Ну, очевидно, шерифом Нордкилла. Кого? Да. Макс. Что? Ну ты хотя бы взглянул на карту. Хекетсквори в Нордкилле. Это город такой. О. И это еще не все. Я прочла имя на значке и... Оденься. Что он тебе дал? Ну, на неделю моды в Париже меня не позовут, это эй! Точно. Эй! Я что, разрешал болтать?
уступка, ё. Простите, будем молчать. Да ну. Макс? Кто ты и где моя девушка? Блин. Ну ладно. Вытяни руки. Живо. За мной. Идем. Нет уж, допрашивайте тут. Пошли. Эй, эй! Отвали, ну! Давай, двигай. Вот так. Эй, хватит уже! Макс, успокойся, не надо его злить. Лора... Что с ней сделал? Тихо. Так. Так. Думай, Лора. Ну, должно же здесь хоть что-нибудь быть. Ну, у нас тишок есть. Кровать, окно. Ночь пришла, и Нордхилл засыпает. Волки жертву искать выбегают. Черви трупы жрут, шериф тут как тут, а корга под луной завывает. Сидя в камере, не такой бред начнешь сочинять. Ложка. Что это? Не выйдет. Мне нужен рычаг. Это идея. Должно получиться. О, да. Эй, хорош, у меня нежная кожа. Очень смешно. Как только выйдем отсюда, тебе конец, урод. Да. В тот же момент. Нет, стойте, Мы вам все расскажем. Ну, нельзя же просто держать нас тут без всяких объяснений и ждать, что мы будем паиньками, так? Пойдите навстречу. Вам нечего предложить. Ну же. Ну же! Эй, не смей нас тут оставлять! Эй! Вернись! Черт! Вот же сучье вымя!
Ну, как прошло? Запел, как канарейка? Не о чем петь. Да брось. У тебя полно секретов. Может и так, но... Вряд ли ему интересно, как я в 8 классе списал у Майки Вашингтона. Нет, правда. Колись. Он задал кучу вопросов. Очень странных вопросов о нас и типа, куда мы едем и зачем, и как я себя чувствую, и... Хз. Ответы его явно не порадовали. Спросил, как ты себя чувствуешь? Да. А тебя нет? Нет. О, хам. Кстати, а ты видел его значок? Его зовут не детектив Мудозвон. Хэкет. Шериф Хэкет. Родственник Криса Хэкета. Того самого Криса Хэкета? Да. Кстати, кто это? Ну, мистер Хэкет, начальник лагеря Хэкет Скори. Забыл? Блин. У меня все из башки вылетело. Но что это значит? А? Подстава? Может, тут банда похитителей вожатых? Ну? Что? Да не похититель это. Да, окей, шериф Хэкет не слишком похож на обычного похитителя, но... На полицейского он тоже не похож. Да тебе-то откуда знать? Да он по династии, я понимаешь, получил. Я просто хочу выбраться из этой дыры, но не смогу, пока не пойму, за каким хреном нас сюда посадили. А если это нельзя понять? Что? Можно. Придется. Порой бред — это просто бред. И что? И то. Будем торчать в этих камерах до конца жизни? Да. Ну, хватит. Давай, взбодрись. Тебе легко говорить. Что? Почему ты не можешь смириться? Херня случается. Не обязательно считать это каким-то тестом. А вообще-то наоборот. Мы выйдем отсюда. Я буду учиться на ветеринара. А ты... Что? Что я? На дворника, раз не сдал. Я видела письмо, Макс. О чем ты? То, что тебя никуда письмо не взяли. Письмо с отказом. Из колледжа. Нашла его в твоей сумке. Сказали, дурачок не нужен. Ты рылась в моих вещах? Ну да. Почему ты мне не сказал? Ну, стыдно было. Но у тебя ведь хорошие оценки и отличные эссе. Походу, этого мало. Твою мать. Мы же строили планы. Какого хрена? И что я должен тебе ответить? Херня случается. Мне очень жаль, Макс. Это ужасно. Как выяснилось, может быть хуже. Прости. Зря не сказал. Ты ведь знаешь, что я на твоей стороне, да? Да. Знаю. Ладно, давай подумаем о том, как нам выбраться. Я в деле. Надо вспомнить все, что случилось.
Что, с отъезда? С момента встречи с копом. Значит, после той аварии? Да, точно. Да, тогда-то и начались странности. Помнишь его реакцию, когда мы сказали, что чуть не сбили животное? Как будто он уже знал. Да. Да, это было странно. Вдруг он вообще не коп? Ну, в чем-то он замешан, но... Мне кажется, он и правда коп. Мы же в участке. Это да, но... Тут больше никого. Да, это пугает. Особенно эти два Хекета. Небось, оба в этом замешаны. Да? У нас там их в районе шести. В лагере, но там появилось какое-то нечто. И тут раз и коп. Дальше все как в тумане. Я помню шаги и запах мокрой шерсти и собачий ошейник с именем Ян. Ян? Ян. Не думаю, что это собака, он был здоровый. Как человек, типа. Да, да, и он тебя как следует помял. Даже странно, что ты в порядке. Я ведь точно помню, как он вонзил в тебя клыки. Самая жесть в том, что на мне не царапины. Что? Так, вопрос. До того, как мы заблудились... Не мы, а ты. Ну да, но до этого я сказал. Глянь на Луну. Она огромная, и ее так хорошо видно в лесу. А ты, да, такая фигня бывает раз в месяц? Да, и что? Ну, вот, луна полная. И? Вдруг... Так, нет, стоп. Мысли вслух, окей. Что, если это был оборотень? Ты что, Тщательно рехнулась? Оборотни! Оборотни! Серьезно? Ну и бред. Что? Чего смешного-то? Я сказала это же слово в слово. Так, а других идей что, не было? Зомби, НЛО, вампиры из космоса. Райан, да? Да. Нужны ответы? Они у меня есть. Слушай или иди нахер. Пофиг. Сейчас тебе про зомбарей расскажу из космоса. Не такой уж это и бред, если что. Вспомни все, что мы видели. Ник, та тварь на крыше. Вообще-то, это многое бы объяснило. Дилан. Я пытаюсь смотреть на это непредвзято, ясно? Ты же сам любишь байки о призраках. Это считай то же самое. Нет, это просто байки у костра. Тут должно быть разумное объяснение всему этому. Ясно? Все серьезнее, чем кажется. Да слушайте меня. А потом уже решайте, верить или нет. Мне плевать. Но дослушайте. Прошло несколько недель. Коб, конечно, кормил нас и отводил в душ, но в основном мы его не видели. Мы с Максом много говорили. Все время обсуждали события той ночи. Обменивались теориями заговора. Говорили о копе, о лагере, об аварии, о лесе, о той твари в подвале, что случилось с Максом. Мы вспоминали все это снова и снова, но так и не смогли ничего понять. Но знали, что нужно валить оттуда. Я больше так не могу. Да ладно.
В лагере та же бурда. Нет, ты не понимаешь, я больше не могу тут торчать. О, ну это засада. Надо что-то делать, надо выбираться. Нам нужен план. Я в курсе, но время идет. Придумаешь, скажи. А ты, кстати, мог бы мне и помочь, Макс? Один нюансик. Что? Ну, знаешь, фигня. Я могу оказаться, мать его, оборотнем Лорна. Не шуми ты. Так что, какой у нас план? Мы вместе убегаем в закат, а чуть позже я превращусь в жуткого монстра, убью тебя и съем, а потом убегу в закат один с твоей плотью между зубов. Ладно, хватит. Решаем проблемы по очереди. Мы ведь даже не знаем, правда ли это. И не узнаем, пока не выберемся отсюда, ясно? Окей. По-моему, у нас есть всего два варианта. Втереться к этому копу в доверие. Чтобы он нас выпустил? Или застать его врасплох и сбежать. Окей, так. Допустим, мы подружимся. А дальше? Совместные завтраки по воскресеньям, пока он не поймет, что был неправ? Да я же не серьезно. Как с ним дружить-то? Он с нами почти не разговаривает. Не знаю, а вдруг получится? Думаю, он тянет время, чтобы сообразить, как от нас избавиться. К хренам. Нам надо попробовать. Думаю, если бы он хотел, давно бы уже убил нас. Так чего он ждет? Слушай, если... если не выйдет, тогда мы сбежим, окей? Ты на остров, а я в лагерь. Да. Так, как с ним подружиться, если он не хочет говорить с нами? Не знаю. Должна быть какая-то слабость, какой-то ключик к нему. Ну так давай попробуем его найти. Да. Ага. Эй, Робокоп! Тебя можно так звать? Что? Значит, можно. Нет. Только офицер Хекет. Хекет? То есть прямо как в Хекет Сквори? Что с того? Да просто интересно. Мы тебя почти не знаем. Пусть так и будет. Окей? А, ну же, Робокоп, попустись. Почему б не скорешиться, а? Назвать причины? Ну, желательно. Давай, назови. Неподчинение, проникновение, опасная езда, вторжение в дом, сопротивление аресту, угроза дикой природе. Но сопротивления-то не было. И выдумывание прозвищ. Да, но помимо этого... Хватит! Блин. Ну мы же можем что-то с этим сделать. Почему мы трое вечно собачимся? О! Я все понял. Не выйдет. Думаете, мы станем друзьями, и я позволю вам уйти отсюда, да? Ну, план-то был такой, да. Как бы не так. Козел! Макс! Мы все знаем! Знаем, что Макс оборотень! Полнолуние через пару дней, и что? Нет, мэм. Ничего вы не знаете. Живо! Снимай чертову одежду! Свали! А ну назад! Макс, что такое? А ну отвали от него! А закрыть клетку? Сюда. Отвали! Садись. Спокойно. Хотела стать ветеринаром? Вот тебе практика. Отпусти! Ты не поверишь, пока не увидишь сама.
Но нельзя было пристегивать так близко. Просто попросить нельзя было, ублюдок? Блин. Не приближайся. Ти, ответь. Где вы сейчас? Прием. Черт. Угу. Буду через полчаса. Тишина. Закончу тут. Прием. Что произойдет? Ну, скажем, ничего хорошего. Не бойся. К утру я вернусь. А у меня, может, ты что, бросишь меня тут? Да не бойся. И к нему не лезь. Нахрена ты прицепил так близко? И наручники нельзя держать так долго. К утру уже рука отомрет. Ее надо будет ампутировать. Там максимум 2 часа где-то. Ну 2 часа это максимум, все. Не бойся, Макс, я рядом. Да. Да, да. Ты как? Я не знаю. Мне нехорошо. Не лезь к нему, не лезь. Я могу тебе как-то помочь? Мне жарко. А тебе? Ну, я сижу у этой здоровой трубы, так что да, не холодно. Не подходи. Ты слишком близко. С этим я сейчас ничего поделать не могу. Макс? Не трогай ты его! Макс? Отойди от клетки! Что с тобой такое? Макс! Макс! Бинт в глаз оттолкай. О, берцы. Только музыка не такая. Не, музыка не подходит. Ну что ж, прощай, глубинное зрение. Посмотрим, что этот грёбаный коп скрывает. Так, ты видела достаточно, пойдем. Так, здесь нихера нету. Надо найти, по-моему, пароль от сейфа.
Что ты скрываешь, Трэвис? Кто-то скрывает. А, пароль. Надо пароль на компьютер найти. Алло? Бабка, знаешь, не туда позвонила. Подсказка, а издевательство какое-то. Да не твое день рождения водить надо, а мужика, копа. Пошли записку искать. 100% на свой дух водила. Энн Рэдклифф и Эдвард Бенсон. И кто это? Люди, которые пропали. Там же написано, миссинг, значит, розыск. Потерялись. Потеряшки. Заперто. Что ж, все равно я не брошу Макса. Продолжу поиски или можно вернуться в камеру и ждать. Ну да, подождать. Но сначала надо все найти. Блин, я с ног валюсь. Рано валиться. С его владельцем явно что-то случилось. Сгорел. Так, где записка? Наверное, этим он меня и вырубил. Спрячу в камере. Седьмое июля. Так, вроде бы пароль нашли, пошли водить. Как хорошо, что он вылезти не может. Нужно прилечь. Вначале в комп зайти, а потом прилечь.
Ты чё? День и месяц, но не год. Ну же, Лора, думай. Да там пару вариантов, ещё потыкай немного. Пишет там, не знаю, 80-й, 79-й, и рано или поздно попадёшь. В 1965-м. Ну вот видишь, рано или поздно все равно бы угадала. Пойдем. Все, прячь шпицы. Давай, спят усталые игрушки, давай. Что здесь произошло? Это вопрос к тебе. Ты не сбежала? Да нет, нельзя, я предлагал, он говорит, нет, я не уйду. У нас есть незаконченное дело. Чего? Того. Ты мне сейчас расскажешь, какого хрена тут происходит. С чего бы это? С того, что я могла сбежать. Не могла. Но я здесь. Вариантов не было. Я помогу Максу. И может тебе тоже. Повернись, руки на стену. Серьезно? Не спорь, я устал. Но... Я тоже. Все? Сварю кофе. А мне чаю. Что это? Информация. Бери. Хорошая работа. В смысле, глаз. Было сложнее, чем в учебниках. И мне никто не помогал. Ты же врач. Нет. Я ветеринар. То есть, наверное, никогда им не стану. Мы застряли тут навечно. Знаешь,
То, что ты знаешь, ничего не значит. Вот. Что? Пойми. Все не так, как кажется. А можно чуть поконкретнее? Ну, у вас с Максом те же проблемы, что у меня. Моя семья. Мы просто люди. Мы пытаемся выжить, ты понимаешь? Не очень. Мы покончим с этим сегодня. Мы? Ну, ты и он. Да. Так при чем тут твоя семья? Моя семья. На дне колодца. Что? Семья — это самое важное в жизни. Но если все они... Да вот. Все до единого решают прыгнуть в колодец, и все... цепляются за веревку. Как один человек вытащит их обратно? Никак. Стоит начать тянуть, и ты тут же окажешься на дне вместе с ними. И в чем смысл? Ага, значит, это ты наверху с веревкой. И... Да. Это же очевидно. Да, окей, поняла. Забудь. Смотрим, насколько ты умна. Что это? Информация. А почему тому пацану в планшете дали, а мне на бумаге? Читай. Когда лик явит полная луна, жестокий зверь очнется ото сна. Пойдет по следу, опасаясь лишь воды, невинным агнцам не избежать беды. Коль скверну зверя ты несешь, лишь серебром свой дух спасешь. Пока луны круг с неба не пропал, срази ты зверя, чье проклятие вобрал. Как сгинет он, ты обретешь покой и сможешь взор вновь услаждать луной. Да. Продолжай. Отстань ты от оружия. Но коли плоть твою пронзят клыки, то поспеши и ту конечность отсеки. Быть может, так спасешь ты душу от скверны, что ее разрушит. Начинаешь понимать? Да уж, содержательно. И стихи ужасные. Зачем рифмовать-то? Не знаю. Но это все, что у нас есть. Так. Убей оборотня, который тебя укусил, и исцелишься. Только серебром, только в полнолуние. Вроде как все просто. Ну да, если получится убить оборотня. Главное, Макс. Увы, все не так просто. Так, стоп. Макс повредил мне глаз. Значит, я тоже заражена? Нет. Когти не опасны. Только укус. Уверен в этом?
На все 100. И каков план? Ну, мне нужна твоя помощь. Моя? Да. Ты же доктор. Я даже не училась. Ну, выбор у меня невелик. Я охочусь на этого поганого волка в полнолуние уже целую вечность. Но если есть другой выход, это и не важно. За всем этим должна быть наука. Найди ее. Вот что. Подумай о том, что я сказал. Я вернусь утром. Посмотрел? Я не поверил бы ему, если бы не видел этого. Я ему верю. То есть теперь ты ему доверяешь? Нет, конечно, но я верю в его историю. Ну, про оборотней, не про науку, само собой. Это бред какой-то. Он грязный лживый похититель. Нельзя верить словам этого ублюдка. Ты только что сам верил. Нет. К черту. У него был шанс все исправить. Мы свалим отсюда и разберемся сами. Лора? Да. Я видел запись. С твоим глазом. Нам надо расстаться, да? Паршиво? Паршиво. Командир контужен. Дальность обзора снижена. Это был не ты. Я знаю, что не ты. Ну да. Но все же. Мы тебя вылечим, Макс. Правда. Обещаю. Пусти, говорю. Я знаю, что они там. Кто? Не приехавшие вожатые. Как ты знал? Боди сказал. Ты сдал в утиль ничью тачку. Недавно. Остальное я сам понял. Черт. Ну, а ты как думаешь? Боже, Трэвис. Они что, все еще здесь? Ты укусил одного из них. Что мне оставалось? Что это? Не-не-не, не ловить. Вдруг услышат. Хорошо, что я успел тебя выстрелить. Ты охренел? Маме скажи, если что это было не серебро, заткнись. Макс! А? Макс! А? Чего? Трэвис там только что разговаривал. И? С Крисом Хэкетом. Он вытащит нас? Нет. Нет. Он оборотень. Макс, Крис Хэкет, вот кто укусил тебя в этом подвале. Охренеть! Кто бы знал? Я бы другое слово сказал. Ну, знаешь, так-то я могла бы. А толку? Теперь все ясно.
Вот почему той ночью там стояла машина Криса. Трэвис защищал его. Он проследил за нами и не стал убивать оборотня в подвале, потому что это был его брат. Боже, это же очевидно. Если он укусил меня, значит... Он наше лекарство. Мы тебя вылечим. Боже, я правильно все понял? Завтра мы выйдем отсюда. Я возьму пушку Трэвиса и убью Криса. Эй, эй! Сюда! Помоги ей! Лора! Лора, как ты? Проклятье. Что тут творится? Лора! Приятных снов. Я тебе почти поверил. Вот так. Может, надо было поступать в театральный? Но это перебор. Надо идти, пока он не очнулся. Надо взять вещи. Серебряные пули. Наверняка у него есть. Что там? Я что-то слышала. Здесь что-то есть. Да, да, точно. Сюда. Это из-за той двери. А, ты тоже это слышишь? Оу. Попробуй этим. Тут никого. Что за хрень? Он их делает. Что это? Это патроны. Патроны с серебром. Вот где он был, он охотился. Так он тебе об этом сам сказал. Думаю, он мне уже без надобности. Эй, я только понял. Воля. Это точно. Эти 2 месяца нам, конечно, не вернуть, но мы на шаг ближе к возвращению. Серьезно? Ну да. Поедем в Хэкетс-Квори и убьем Криса.
И вот я вернулась сюда. Макса пришлось оставить на острове. Лучше места не найти, там вокруг вода. И все. Такая вот история. Ну, у кого есть вопросы? Стой. Остров? Это что, наш остров? В озере? Да, а что? Ну, Джейкоб, он отправился туда на поиски Эммы и не вернулся. И она тоже. Вот черт. Ну, если они там и были, их уже нет. Что это значит? Я только оттуда. Там сейчас один оборотень и нет людей. Вот черт. Я знаю, что мне надо сделать. Убить Криса Хэкета, пока не поздно. После нашей встречи, когда я убила Криса... Я вернулась на остров, думала, Макс исцелится, но... Макс? Макс? Макс! Ау? Значит, тот оборотень был не Крисом. Это был не оборотень, а Кейли Хэкет, дочь Криса. То, что я убила, не было девушкой. Ну, или к ней вернулся ее прежний облик, когда я ушла. Погоди, а как так вышло, что Макс не убил тебя? Хотел. Не смог. Времени мало. Времени в обрез.
Так. О. Вот и наш новый гость. Хорошо пахнет, да? Давай, кусай. Давай. Тупая зверюга. Фу. А, блин, отпустите! Пустите меня! А ну руки убрали! Пустите! Ясно? Пустите! Я вызову копов! Че вы ржете? Так это ж было смешно. Ох, бля. И сам поржал. Всегда рада тебя видеть. Сколько всего скрыто в прошлом. Ох, ну и злодеи, да? Может, взглянем на твои находки? Колесница. С поводьями в руках мы чувствуем себя уверенней. Обретаем контроль, отважно берем судьбу в собственные руки. Отважно? Но иногда и глупо. Многие ищут укрытие в колеснице. Но, ты знаешь, порой там не так безопасно, как нам может показаться. И тот же вопрос, что и всегда. Ты желаешь увидеть больше? Конечно. До исхода ночи ты еще не раз увидишь меня. Я буду ждать. Вот но что по этому фрагменту можно понять. Спина и фрагмент заканчивается. Спина, просто секундная спина и все, и конец. Где Крис Хэкет? Заткнись! Хамп. Эй, она убила Кейли! Я же объяснила! Завали! Хватит с меня! Ладно, тогда ты говори, выскажись! Райан, а ты не перегнул? Сам подумай, сколько всего случилось! Постой,
Ты слышала женский плач? В участке? Да. А что? Это из той байки о призраке, да, Кейтлин? Это не байка, а ужастик в 3D с эффектом полного погружения. Твой браслет. Ты чего? Я помочь хочу. В самом крайнем случае это даст вам шанс выжить. Это убьет их? Да? Да. А если это будет Ник? Говорю же, в крайнем случае. Райан, опусти ствол, пока все еще живы. Так, ну что, где живет Крис Хэкет? Ну, когда лагерь закрыт. В подвале. Мне-то откуда знать? Вы же были вожатыми. Провели здесь 2 месяца, нет? В убежище его нет. По лесу за ним гоняться бесполезно. Мне нужна зацепка. Как насчет того жуткого дома за лесом? Эй! Что? А как тебе вариант не убивать? Ну, возможно, выйдет не убивать тебя. Что? Слушай, когда луна зайдет, я застряну тут еще на месяц. Так же, как и Макс, и те, кого он укусил. А мы тут каким боком? Спроси лучше у своих друзей в лесу. И не забудь про Ника. Все, еще чуть-чуть, и вас придется разнимать. Райан, давай валить. Времени нет. Пострадает еще много людей, если я не найду Криса Хэкета. Я с тобой. Что? Ага. Вот и я не поняла. Я докажу тебе, что Крис Хэкет тут ни при чем. Он просил нас сидеть внутри, хотел защитить. Да мне пофиг. Охренела? Заткнись. Ладно, делай, что хочешь. Ее же укусили, как и Ника. Все будет хорошо. Тачка того копа. Где она? На дне озера. Что? Я же угнала ее у копа. Тогда попробуй починить фургон и уехать. Сколько у нас? 1 или 2, не знаю. Это же не какая-то точная наука. Тогда нам пора. И пора закругляться. Вот здесь стоп, наверное. Нам точно сюда? Да вроде, да. Вроде или точно? Я что, похож на гида? Странно это. Что-то ты темнишь. Нет. Надеюсь, ты не тянешь время. Да нет. Прикинь, такая черный юмор. Темный человек темнит. Пока мы тут блуждаем, мы в опасности. Это ты-то? Так, мы классно проведем время, если ты расслабишься. Ты серьезно? Да лето выдалось хреновое. Да, ну, ты стала сильнее. В каком смысле? Ну, а ты ведь жива, так? Остановись на этом. Око за око, так себе принцип. Без обид. Я только хочу спасти Макса. Я не собираюсь мстить. Все это ради парня?
А что ты предлагаешь? Бросить его? Я так не могу. Говорю же, хреновое лето. Вот он, дом Хекетов. Значит, он со своей стрёмной семейкой живет в этом стрёмном особняке посреди леса. Ну, охренеть. Нет, но там его мать живет, вроде. Я там не был, но... Раз уж мы ищем ответы, думаю, стоит начать отсюда. А и как туда попасть? То есть? Как попасть в дом? А это прям отличный вопрос. Может, никак? Ложку бы захватила, прокопали бы. Да, я понимаю, что Крис твой друг. Я бы показал дорогу, если б знал. Точно. Да. Лора, мистер Хэ не злодей. Здесь речь идет не о добре и зле, Райан. Но почему ты так уверен? Если я позволю совести остановить меня, тогда всем станет намного хуже. И если есть другой способ, я выберу его. Эй, куда ты идешь? Нет времени, помнишь? Тут где-то должен быть вход. Держу! Мы оба рухнем. Вот, блядь! Ты как? Лора? Пойдет по следу, опасаясь лишь воды. Точно. О, боже, Лора! Ёб твою матрицу! А если... Ты что? Смотри, но... Большие у тебя глаза. Чтобы тебя лучше видеть. А цвет? Желтые? Очень. Ну, самую малость. Черт. У нас мало времени. Все, ребят, здесь мы остановимся. Во вторник пройдем. Давайте спокойной ночи.